прием не нужен. Просто поставь мяч сам от кольца, хорошо? Вот-вот, хорошо. И основная задача выйти по мячу. Чуть-чуть выше встретил бы его, он ближе к центру бы пошел. На этой стороне висит. Пошли с той стороны еще планер. Движение ногами, еще
Точно? Потом здесь уже вот дорабатываем, когда мячик планер, когда уходит в сторону, быстро нужно руки за ним. Нужно, по сути, быстро руки просто подставить, ногами встать. Некоторые не успевают руки подставлять, начинают руки выводить, да, в сторону, и он улетает, на одну руку попадает. Здесь задача основная, когда мяч в стороне, руки собирать в стороне. В стороне, не в центре, и нести руки. Не успеешь. Мяч будет открываться все время, а быстро в стороне.